То же самое ОСАГО. С января этого года страховые компании в обязательном порядке предоставляют услуги покупки и продления полисов автострахования в электронном виде. Электронная ОСАГО призвана упростить процедуру приобретения, ее доступность и сократить время оформления документов. Закон есть закон, но как все происходит на самом деле, узнавала наша съемочная группа. За рулем этого Ниссана Александр Думилин уже около 2 лет. Со своим железным конем практически не расстается. Постоянные деловые поездки, командировки в другие города. Александр признается, без авто, как без рук. Все необходимые документы всегда в порядке. Вот скоро закончится страховка, а без нее никуда. Я услышал от друзей, что можно зарегистрироваться и получить электронную версию страховку. Решил попробовать. Компьютер с выхода в интернет, необходимые документы, банковская карта и несколько минут свободного времени. Все, что нужно для оформления электронного полиса. Этот раздел есть на сайте любой страховой организации. Для начала нужно зарегистрироваться, а затем ввести свои данные. Село Батри, Батырский район нашел. Пару кликов мышью и щелчков клавиатуры, результат – готовый полис. Казалось бы, все элементарно, но у Александра возникли проблемы. У меня до конца не получилось. Потому что там очень много времени занимает, спрашивают очень много документов, когда получу эту страховку, получу ли я эту электронную страховку, это неизвестно. Я считаю это основным минусом этой электронной страховки. Для себя автолюбитель решил однозначно – купит бумажный полис в офисе страховщика. Проблемы с онлайн-оформлением есть и у некоторых других водителей. Свершилось. Росгострах дал таки оформить ЕОСАГО. Запросы браузера обрабатываются через раз, а то и через два. То ли сервера еле дышит, то ли специально так сделали, для удобства. 2 февраля ЕОСАГО оформил. Нервные клетки не восстанавливаются, а жаль. Я купил в Росгострахе. Никаких допов, уже круто. Потратил времени от силы минут 20. Было страшно, конечно, что просто выкинуть деньги, но нет, выслали на почту, распечатал. Проверил полис по базе РСА. Все гуд. Так что первый блин, то есть оформление ЕОСАГО, оказался комом. Но все же первый шаг сделан. Специалисты предупреждают, чтобы у сотрудника ДПС не возникло вопросов, нужно иметь при себе распечатку электронной страховки. Инспектор проверяет подлинность полиса с помощью банка данных Российского союза автостраховщиков. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Сергей Адушкин, Республика.